Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных. Сегодняшнее видео стало неожиданностью даже для нас. Вы только взгляните, что у нас появилось. А появилась у нас настоящая рыбка. Сейчас я вам все подробно расскажу. Дело в том, что к нам приходили гости проведывать маленькую обезьянку. В качестве подарка принесли много вкусняшек и живую настоящую рыбку. Если честно, заводить дома аквариум в мои планы никак не входило. Но мне сказали, что эта рыбка самая неприхотливая, а называется она гурами. Кстати, это мальчик, как мне сообщили. В общем, наши друзья решили порадовать маленькую обезьянку и принесли ей вот такое домашнее животное. Как мне сказали, что это животное будет непосредственно Алексина. Будет ли Алекса ухаживать за своей рыбкой, я, конечно, в этом сильно сомневаюсь. Давайте для начала посмотрим, какая же у нее будет реакция на эту рыбку. Маленькая Алекса уже видела аквариумных рыбок. Мы с ней иногда заходим в зоомагазин посмотреть на рыбок и на других животных. А теперь такое домашнее животное есть непосредственно и у самой Алексы. Судите нас строго за условия, в которых временно будет проживать эта рыбка, потому что, ну, никак я не была готова к появлению дома такого животного. Вместо аквариума пришлось приспособить пластиковый контейнер-переноску, которая была у крысок. Ну а ракушки с камушками у меня, конечно же, дома были. В общем, временное жилище для рыбки готово. Надеюсь, вам понравилось. Ну, что, как говорится, смогли, то и сделали. Теперь давайте посмотрим на реакцию Алексы. Ну что, Алекса, смотри, это для тебя. Это твое новое домашнее животное. Похоже, новое домашнее животное очень заинтересовало маленькую обезьянку. Вы посмотрите, она практически засовывает голову в этот контейнер. Видимо, наши друзья с подарком угадали. И домашний питомец уже понравился маленькой обезьянке. Вы посмотрите, она даже не сводит с этой рыбки глаз. Оп! Похоже, друзья мои, Алекса восприняла рыбку не как нового домашнего питомца, а как завтрак, обед или ужин. Если честно, я такую реакцию вполне могла предугадать. Ну что ж, похоже, у маленькой обезьянки проснулся инстинкт охотника. Конечно же, я не допущу никакой жестокости, и с маленькой рыбкой ничего не случится. Но вот по поводу того, что останется ли она у нас в семье, у меня пока на данный момент очень большие сомнения. Ведь кроме Алексы, у нас дома живет еще котик Симба, кошечка Багира, крыски Кузи и Дуся, ну и, конечно же, наша любимая собачка Йоко. И думаю, что никто из них равнодушным к этой рыбке не останется. В общем, друзья, нужен срочно ваш совет, что же делать с рыбкой. Но я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было вам интересно, так же, как и мне. Хочу сказать огромное спасибо за ваши лайки и комментарии, а также за то, что делитесь нашими видео в соцсетях. Продолжение обязательно следует. Так что до скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Здоровья, удачи, счастья и хорошего настроения. Всем пока! Мы вас очень любим!